спросить, как вас зовут, пожалуйста? Меня Петр Васильевич Ивлев. С какого вы года рождения? Я с 40-го. Вы липецкий? Холостой, да. Скажите, вы из Липецка, да? Да, да. А родители ваши? А родители деревни, тоже с Липецкой области. С какой деревни? Здесь вот село Кулешовка. Они у вас папа играл на гармошке? Играл. А дедушка? И дедушка играл. Все и братья играли. А как же вы научились? А самоучка я. Вы на них смотрели и сами? Сам не слушал, не смотрел. А, и потом как? И потом стал вот тыры-пыры, растыпыры. И где-то лет с 5 я уже играю. А что играть? Да? Ну давайте, да. Сыграйте. Я всю жизнь по свадьбам ходил. Я давай, давай, давай. Она руки вытирая, говорит, пойдем в сарай.